you later. So we meet again. He's dead. John. Я надеюсь, вы не против, если мы поговорим о том, что игровая индустрия пережила невероятную утрату в этом году, потеряв вас в роли Снейка. Как вы думаете, новое поколение воспримет Снейка с немного, откровенно говоря, с другим голосом? Ага, да, я не знаю. Скажем так, игры так превосходно сделаны, и каждая зрелищная в своем технологическом новаторстве, что я думаю, люди смирятся с этим. Я думаю, что людям будет немного непривычным, и уж точно будет чудно для меня, но, к счастью, я уже не буду в этом участвовать, но я большой почитатель Кифера Сазерленда. Я встречался с ним. Супер приятный парень, удивительно талантливый, и то, что он заменит меня, само по себе, это уже большая честь. И я надеюсь, что геймеры его воспримут нормально. А вы для меня всегда останетесь Снейком. Я вам признателен за это.